Внимание! Геотермальная аномалия. Придержи коня, этот газ опасен, чувак. Чел, от этих паров у тебя совсем мозг поплывет. Да, я через это уже проходил и больше не собираюсь. Это так, к сведению. А, у тебя железные яйца, Ник. И у меня такие были. На ранчо урода Иоанна Сида. Здесь как-то странно. Похоже, этот газ угнал твой мозг и теперь дергает за рычаги. Ты о том, что я мечтал увидеть, как он умирает в муках? Убей я его хоть 100 раз, этого было бы мало. Я его вижу. Я слышу его. Теперь ты познал боль! Может, хватит тут? Блин, это сурово! Сурово это стоять!
Да сдохни, урод! Блин, как же круто! Бойся своих желаний, амиго! От того, что ты убил 100 иоанов. А целое суровое. Походы. Теперь ты познал боль! Может, хватит уже херней страдать? Слышу его!
Что? Другая пушка? У акулы есть такая игра. Там за 5 убийств дают новую пушку. Я не жалуюсь. К черту этого урода. Здесь еще юаны! Бойся своих желаний, амиго! Слышу его! Ха! Да, сдохни, урод! Блин, как же круто! Ого! Что? Другая пушка? Бойся своих желаний, амиго! Ищите! А, блин, какой
проблемы требуют решения. Стояк от того, что ты убил 100 ианов. А самое суровое — походы. Вот так! Ладно, кайфуй, а я останусь в реальном мире и буду защищать тебя от настоящих опасностей. Кто-нибудь остался? Да, так я и думал. После зачистки ранчо в виртуальной реальности стало легче? Да, еще как. Отлично, красавчик, возвращайся. Thank you.
божечки, чувак! Ты как? Я уж думал, ты покойник! Черт! Что это за хрень? А я тебе говорил! Ты с этой штукой не шути, если только не насморк. Черт, я знаю, что это было! Испытания! Я просто шучу, но кто знает. Главное, что ты достал энергомодуль. Он нам пригодится.
Найди терраформер. Гнезда арахнидов мешают работе терминала. Уничтожьте их. Огонь по гнездам! Мерцающие хрени! Уничтожь их, или мы не сможем включить терминал! Гнезда и вспоминаю вопрос, который так и не загуглил. Рина, сколько хранятся яйца, когда истек срок годности? Я не понимаю, о чем ты, Хёрк. Сосредоточься на цели. Ну и ладно. А вот Сири знает ответ. Но это так, к слову. Функциональность терминала минимальна. Идет перезарядка. А, черт! Проклятые космокрабы! Они не пройдут! Держись, бро! Космомыши! Терминал заряжен. Терраформер можно включить.
Жми, чел! Не прощаюсь, краб! Это было круто! Восстановлено. Арахнидов. Царь обезьян! Это твой блудный сын! Умоляю, защити нас! От королевы!
Сыны Один начал, полный психи. Оккультизм и прочее дерьмо, магия секса. И не как у РХЧП, ближе к Алистеру Кроули. У них такое творилось. Оргии и все такое. В теории это круто, но... Ну знаешь, о чем обычно не говорят, Ник? Запах. О, этот запах... Потные дела в коже, запах подмышек и немытых херов. Отвратительно, но играли они мощно. Лучше прекратите это! Сообщают о резком снижении популяции королев. Впечатляющий Ник. Дезинсектор на максималках! Внимание, королева арахнидов. Копать, колотить! У нас тут королева!
Чувак, видишь что-нибудь? Где-то рядом мой фрагмент. Иди, антенна Б-2. Вот, блин! Удачи тебе, чел! Не знаю, как ты туда заберешься. Нужно будет воспользоваться грави-поясом. Точно, Рина! Какая она умная и сексуальная. Откуда ты знаешь? Просто знаю и все. Я узнаю внешность по голосу. Натренировался на телефонных операторах. Лучше бы Рину звали Джиной. Я так тащусь по Джинам. Джина Дэвис из «Земных девушек», Джина Гершон из «Шоу Гёрлз» и, конечно же, Джина Карана, которая надирает всем задницы на ринге. Говорю тебе, чел, сексуальное имя — это важно. Но я кое-что понял. Не бывает так, чтобы в одной женщине все сразу. Арина особенная, и я прям... Вдруг это слово на букву «Л»? Ты не веришь в любовь? Эй, а вдруг поверю? Фу! Космомыши, приставучие твари! Берегись, космомышей, чел! Обновлена. Не знаю, в чем дело.